Друзьяки, всем привет! Звичайный хлопець на зв'язку. Иду с трени, сегодня по трени, рука уже раздуплилась. Чисто вечером вышел, вообще. Не думал, не гадал, думаю, пойду-ка я позанимаюсь. Вот. И пока шел сюда, у меня с собой есть ручка, да, и кусочек листочка был, и я сочинил, пока занимался на лавочке, стишок. 8 строчек. Про Алену Цветкову. Алена, если тебя какие-то слова уколят, то не в обиду. Это я так чисто прикалываю, чтобы развеселить тебя. Вот. Потому такой стишок. Ну, может, где-то будет не в рифму. Я как бы занимался и писал. Ну, задышкал сейчас. Короче, только с турника слез, задышка, потому работаем. Алена Цветкова с парнишей рассталась. Она вся в печальке и чуть не нажралась. Цветкова Алена, расставшись с парнишей, проводит досуг на стриме у Гриши. Алена на стриме печатает в чате. Братва, что мне делать? Я в жесткой печали. Участники чата отвечают Алене. Подруга, держись, время придет, и все будет в норме. Или время пройдет. А можно сказать так. Участник чата отвечает Алене. Держись, подружаня, все будет в норме. На ваше усмотрение. Все, друзья, иду домой, короче. Где-то, если запинался, друзья, задышка. На максимум выжил, потому... работаем.